под абажуром живой классик мирового кино. Режиссер и сценарист, друг Андрея Тарковского, Али Хамраев. Вы себя ощущаете великим режиссером? Замолчи, не рассказывай никогда. Потрясающе ты это придумал, потрясающе тебе это пришло в голову. Не рассказывай, украдут. Я говорю, Андрей, ну ты же мой друг, я тебе... И я украду! Конечно, не может быть. Это я только что придумал. А мы уже выпили литр водки. Летит до 11 часов. Данери говорит, вот он, испуганно на меня. Че ты, фраер, не знаешь, как плитку прятать? Возвращаясь к отцу, там какую-то страшную статью мы инкриминировали. Там чуть ли не покушение на Сталина. Да как вы, там же нету труля-ля. Не надо, без труля-ля. Я был уже в штрафном батальоне за свой характер строптивый. Кричишь здорово! Я говорю, я волка повезу! Кричишь хорошо. Наклонился за ножом, пустил так, чтобы так сантиметров на 15-20 выше голов. Бал! Стул! Не разбился стул. Нормально, крепкие стулья были там. Герасим говорит, Гриша, он же убьет нас! Хулиган, драчун, сын осужденного за покушение на Сталина. Он учился во ВГИКе с будущими великими и сам стал великим. О своей изумительной и изумляющей жизни душевные рассказы под абажуром.